Творческий потенциал Большого театра настолько велик, что просто невозможно весь целиком только на сцене Большого театра. Именно поэтому многие наши артисты ездят по городам и весям, выступают в разных спектаклях, многие из которых, может быть, и не идут на сцене Большого театра. И вот только что в Красноярске состоялась премьера балета по повествованию Виктора Петровича Астафьева «Царь рыбы». Спектакль поставлен был Сергеем Бобровым, нашим молодым хореографом. И главные роли в этом спектакле были представлены тоже нашими замечательными танцовщиками. Пошел от композитора, от тех идей, тех музыкальных фрагментов, которые я услышал. Прежде всего, мне понравилась музыка. Главное, нужно было понять эмоциональные пласты спектакля, героев. И понять, что хорошее, что плохое, и куда вообще все это дело выводить. Спектакль строится от такого шаманства, от язычества до к православию. В общем, это тоже линия, которая проходит у Астафьева. Образ шаманки, он есть у Астафьева, этот образ. Здесь она олицетворяет собой силы природы, тайгу, царь рыбу, все что угодно. Повествование «Царь рыбы» — это напоминание о том, что пока жива природа, живы и красота, и человек. А коли живо искусство, значит, живо сердце Творца и Созидателя. Жива Россия наша многострадальная и терпеливый русский народ. Это слова Виктора Астафьева. Если вслушаться в них, вникнуть, мы почувствуем, какая же сила, какая глубина и сибирская мудрость звучит в них. И еще долго, очевидно, в моей памяти будут оставаться мгновения общения с этим замечательным писателем, образы, которые навеяла русская глубинка. Этому близко эта тема. Все-таки это сибирский край, Красноярск. И все, в общем, отсюда родом. И ребята, видно, что вот балет, они просто танцуют то, что у них, как говорится, внутри заложено с рождения. Кладец для балетмейстера, и замечательно, что Сергей Бобров обратил на это внимание, и с композитором Породским они сделали такой шикарный спектакль. И художник Дмитрий Чербаджи, это, конечно, уникальный художник, и он еще раз доказал этим, какие чудесные декорации и как в них приятно работать.
Thank you.